Вот, мы сейчас вот откроем. И нам нужно поделить, да? Так, и вот теперь нам надо будет вывалить все бюллетени. Сейчас нам приподнимаем. Участок мы открыли в 8 утра, как положено. Избирателей явка была большая. Начали приходить с 8 утра. Особый пик избирателей пришелся где-то с 13.00 до 17.00. Здесь была очень большая явка. У нас проголосовало около 1000 человек. На участке также с нами работали наблюдатели от Николаева Сергея Борисовича и от Денисовой Марины Васильевны. Все было хорошо, никаких нештатных ситуаций не было. Участок закрыт. Мы открыли уже урну. Сейчас сортируем наши бюллетени. Наши наблюдатели с нами следят за нашей работой, чтобы никаких нарушений тоже не произошло. Так как было очень много, нужно обработать около 3000 бюллетеней, то я думаю, что мы проработаем еще долго.